наконец-то нашли выход из метро в Александровский сад. Ох, идем в Кремль. Посмотрим перед отъездом его еще разочек. Ну вот он, Кремль. Куда нам идти? Не знаю. Куда идем? Мы с Пятачком. Большой-большой секрет. Пошли туда. Смена караула. Сейчас уже началась, по-моему, в 6 часов. Вроде бы она в 6, но мы опоздали. А вот они, караульщики, как раз и идут сюда. Так что я успел. Тут какой интересный газон. Кремлевские звезды. Елочку. Фонтаны с кониками. Красивые, конечно, фонтаны. Тут недалеко от березок, прямо у Кремля. Где-то тут кто-то лежит и спит в свой день рождения. Ой, вот так вот мы лежим рядом с Кремлем, спим на траве. Где Кремль? Это не Гайд-парк случайно? Это Кремль. Я в яблоках. Настя в яблоках и мама в яблоках. Зато интересно. Яблоки на траве. О, слушай, вот так смотри. Сейчас мы фото сделаем. Ну вот опять мы на Красной площади под конец нашей поездки. Там вот Никольская улица, наша любимая, с фонариками. И Кремль. Народ ходит, гуляет, как будто ничего в мире не происходит. Никаких протестов в Минске. Чего там еще у нас? Хабаровске. В США протестов чернокожих. Да, и пандемии, по всему миру протесты против масок и так далее. В общем, все довольные, счастливые, все ходят, отдыхают. Непонятно. Да. Непонятно, где что происходит. Тьфу-тьфу-тьфу, дай бог, чтоб нигде. Пан! С днем рождения, мамочка! Мурзилка! Не могу ответить. Не могу ответить, тем же у меня не день рождения. Мы на Красной площади. Празднуем мамин день рождения. У-ху! С днем рождения, мама! Что ты убежала? Кремль. Сегодня я с палкой. Мне моя подружка Женя дала мне палку. Теперь я все снимаю с палкой. Ой. Вот так. И снизу, и сверху. Позже я куплю трехосевую. Трехосевую палочку. Выручалочку, селфи. И будет все. Ничего не будет вот так шататься. Так что все будет отлично. Идем. Не могу, мам. Попробуем как заряде еще попасть. Посмотреть, как там работает робот и делает коктейли. Та-дам-та-дам. Та-да-та-да-та-да-та-да. Вот она память. Ну и храм Христа.
Христа Спасителя? Нет. Шучу. Собор Василия Блаженного. Поверила. Поверила, поверила. И больше ничего. И вот прямо недалеко отойдя от Красной площади, мы выходим на вход в парк Зарядье. Вот там вот он находится. И мы сейчас туда и пойдем. Ходили мы в парк Зарядье, сняли роботов, которые готовят кофе и коктейли. И теперь идем на Красную площадь, купим по мороженке и поедем домой. Сначала, точнее, за сумками в наш отель, а потом уже на Ленинградский вокзал. Ту-ту, Санкт-Петербург! Подсветка ГУМа уже включилась. И где мороженое-то? Мама говорит, тут где-то везла. А, вон оно, вон оно. Сейчас купим. Ванка пошла покупать напитки и мороженое. Какое там есть? Ванильно-шоколадное, крем-брюле, фисташковое. Ваниль, шоколад, крем-брюле, фисташка. Эскимо на палочке. Эскимо? Будешь эскимо? Да. Какое? Только какое? Ванильное и пломбир и шоколадное. Какое? Или фисташковое взять? 200 рублей всего. Всего? Подожди. А фисташковое это пломбир, да? Да, это все пломбир. Можно тогда поменять вот это? Ради Ты точно бога. Не будешь шоколадное? Я шоколадное. Фисташковое попробую. Шоколадное слишком. Хорошо. Спасибо. 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 Пломбир. Давай сюда. И пломбир. Всего 200 рублей. Всего 200 рублей. Сказал продавец. Сказал продавец за два мороженых. Всего 100 рублей. И что нам пожелал? Приятного аппетита, сказал. Что он сказал? Я не помню. Ну, что-то такое, типа... Я по 200 рублей. А, ну да. Где? На полу. Люди приехали в Москву. Нормально, да? По-русски говорит. По-русски. Оказалось, мороженое называется «Выбор Кремля». Вон у мамы тоже. Так что мы выбрали мороженое «Выбор Кремля» на фоне Кремля. Такое, наверное, товарищ Путин кушает по утрам. Наверное. И по вечерам, и днем. Круглосуточно. Товарищ Путин кушает такое мороженое. Круглосуточно. Круглосуточно. То одно, то другое, то третье. Все, хорошо. Вкусное хоть? Угу. Вкусное. У меня вкусно. Хоть и зелененькое. И это все, что она мне купила на день рождения. Мороженое. А ну, поездка? Правда, еще поездка в Москву. Билеты. Коктейль. И вот мавзолей. Хочешь попробовать? А ты пробовал? Да, я понял. А там вот эти ногой было. Вот так, вот так, вот так. У меня вкуснее.
У меня со вкусом, а у тебя просто ванилька. Пока-пока. Пока, Москва. До свидания. Олимпийская сказка, прощай. Вот она, Никольская улица, знаменитыми огнями. И мы идем в метро, садимся и едем в отель забирать наши сумки. This is Комсомольская. Выход на Ленинградский вокзал. На Ленинградский вокзал. Наш поезд 22:35. Пошли к поездам. Вернисаж. Эти сувенирчики. Аксессуары. Дейли пункт, хлеб насущный, Ленинградский вокзал. Интересно, тут зал ожидания с цветочками и зеленью. Вот двухэтажный поезд на обратный путь нам. Интересно, посмотрим. Мы на первом этаже вот там поедем. А так там еще второй есть. Сходим. Схожу завтра с утра, посмотрим, как это выглядит. Прибыли мы в Санкт-Петербург. Поезд проследует со всеми остановками. Welcome home, как говорится. Так что такой вот двухэтажный поезд. Было интересно ехать. Я, правда, на второй этаж так и не сходила. Сразу погрузились, сразу поехали, сразу приехали. Не успела. Девушки с вёслами, с кубками. В общем, интересно. Интересная поездка была, все обошлось, все отлично.